Знаете, бывают ровные помещения, а бывают вот так, когда вот шкаф стоит по уровню, и он сверху 2 сантиметра, а снизу нет. Что делать? И что получили в итоге? Вот такую вот штучку. То есть как? Здесь у нас идет рейка. Она здесь прикручена к этой части шкафа. Вот эту рейку на ламелях мы приклеили к белой рейке. И дальше мы на стену приклеиваем несколько реек. Напоминаю, что за вот этой рейкой скрыт морковка, зазор кривой. Дальше будет стоять система Ариста Нова купе. Дверь будет приходить сюда. И либо это будет в плоскости вот с этой будем выравнивать, либо будем в плоскости выравнивать с белой частью. И здесь будем добавлять на эту дверь еще несколько реек, на внешнюю дверь. Вот. Ну, в общем, зато получается визуально будет все красиво и ровно. В середине сопряжения будет нормально. Вторая сторона тоже там все хорошо. У нас был косяк чисто по вот этой колонне. Колония. Это колонна от застройщика. Они очень кривые были. Поэтому ловите, как вариант, может пригодиться.